Я начну сегодняшнюю лекцию. Мы обсудим основные концепции вентиляции с целевым объемом недоношенных детей. Это становится очень-очень популярным, используется во многих центрах мира. Вы это уже видели, этот слайд вчера. И хотел просто еще раз вам его показать, чтобы напомнить вам о вентиляции и о том, как легко у маленького недоношенного ребенка недовентилировать или чрезмерно вентилировать. Я также вам говорил о том, каким образом вы должны или пытаться, во всяком случае, пытаться избегать избыточных объемов вентиляции, гипервентиляции также, потому что это может тоже привести к проблемам. Поэтому вначале предложили вот такую вентиляцию с целевым объемом для того, чтобы избегать вот этих крайностей слишком низкого, слишком высокого дыхательного объема. Есть много режимов, у каждой компании, выпускающей вентиляторы, есть свои вариации. Ну вот три основных таких варианта, по которым у нас есть данные. Первое — это вентиляция с контролируемым объемом, с контролируемым давлением и объемом, и с гарантированным объемом. То есть это три основные стратегии. Что же такое контролируемый объем? Это объем, который вы устанавливаете на вентиляторе, тот, который подается вентилятору, самим в цепь и дальше ребенку. Это фактически вот такой объем. Это все понятно, потому что продолжается дыхание, пока вентилятор поставляет тот объем, который вы установили. Вот это один из примеров. Тут вы видите давление в дыхательных путях и поток, и дыхательный объем. Вы должны на вентилятор установить, вот здесь у нас объем дыхательных путей, видите, это объем вентилятора 16 миллилитров, то есть это то, что выходит из вентилятора, а объем дыхательный, то есть что попадает в легкие ребенка, составляет всего 5 миллилитров, а вот длительность вдоха зависит уже от того, какова сопротивляемость самой цепи этой и ребенка. Поэтому вот тут длительность вдоха, она различна от дыхания до дыхания. Это вентиляция с контролируемым объемом. Следующее — это контролируемые объемы, контролируемые и регулированное давление. То есть это то, что Siemens делает. В этом случае вентилятор измеряет объем дыхательный на вдохе и меняет давление для следующего вдоха. Вот так оно работает. Видите, это поток, это объем дыхательный, а это давление в цепи вентиляторной. В этом случае вентилятор постоянно измеряет дыхательный объем, который подается на фазе вдоха и сравнивает с установленным объемом. В этом случае 5, и тут вентилятор должен только 7 сантиметров водного столба поставлять. И если меняется комплаенс, видите, теперь тут вот меньше уже, чем здесь, и вентилятор это опознает и начинает увеличивать давление уже выше этого уровня. В этом случае он достигает уже 20 сантиметров водного столба.
до того момента, пока дыхательный объем не достигает целевого уровня. Вот это второй был, вторая методика. Третья методика – это гарантированный объем, но тут разница в том, что смотрят на объем на выдохе. Такой же пример, вот тут вентилятор измеряет не тот объем, который входит, а тот объем, который выдыхается ребенком. Вот это поток идет, и опять-таки вентилятор сравнивает этот уровень с целевым, который вы установили на вентиляторе. Вот этот пример, вы видите дыхательный объем, вместо того, чтобы уменьшаться, как в предыдущем примере, теперь объем дыхательный увеличился, вентилятор это опознает, что это улучшение в комплаенсе, и поэтому начинает сокращать объем. И вот эта вентиляция с гарантированным объемом, и это в разных вентиляторах используют такую методику. Разница в том, что вот этот вентилятор смотрит на объем на выдохе. Есть причина, почему именно на выдохе смотрят на объем дыхательный, потому что когда очень высокое давление на пике, если оно высокое, то оно тогда приводит к тому, что появляется утечка вокруг трахеи и в трахеи, и может быть тогда дыхательный объем будет неправильно измерен, если смотреть именно на только на инспирационный объем, а поэтому смотрят на объем на выдохе, тогда утечка практически может даже не существовать или будет гораздо меньше, но корректировка давления будет реагировать не только на изменения механики легких или на сопротивление. Вентилятор не знает все время комплаенс ребенка и не знает, или ребенок прилагает больше усилий. Если ребенок сильнее дышит, тяжелее дышит, то это отражается на дыхательном объеме. Я вчера вам рассказывал, как это происходит, и ребенок или вентилятор опознает, что сейчас для того, чтобы поддержать этот дыхательный объем, это опять-таки вот минута для того, чтобы поддержать установленный объем дыхательный, когда ребенок дышит, вентилятор может сокращать давление. Это практически автоматически происходит. И если ребенок прекращает эти усилия, либо меньше усилия прилагает, чем раньше, то вентилятор признает, что объем дыхательный меньше становится, и тогда опять увеличивает давление. То есть вентилятор все время приспосабливается не только к механике легких, но и также к спонтанным инспираторным усилиям ребенка приспосабливается. И поэтому считается автоматически таким режимом. Я не знаю, видите ли вы хорошо этот слайд, но вот в этом исследовании, которое мы провели несколько лет тому назад, мы сравнили SIMV с обычным режимом, и потом мы переключили детей на SIMV с гарантированным объемом 4,5 мл на килограмм и 3 мл на килограмм, и гипотеза такая была, что гарантия объема позволит автоматически устанавливать давление лучше, чем это. Но и вот когда мы гарантируем объем на 4,5, то тогда вот это уменьшение было очень небольшим. Но когда мы меньший объем устанавливали на то тогда вот это сокращение пикового давления было более важно. Но мы также видели, что пропорция дыхательного объема, которая имеет очень, там, где очень большой дыхательный объем, мы выбрали больше 7 мл на килограмм, была значительно ниже
также в любом из двух дыхательных объемов. Может быть, это очень важно, но вот это, по нашему мнению, еще более важно, чтобы ребенок меньшее количество должен был делать дыханий. И в этом случае тоже очень интересно. Наша цель была иметь дыхательный объем 3, когда мы измерили, то он фактически был 4,2, был выше того, что мы установили. Это значит, что даже если вентилятор сокращает давление, ребенок знает, что ему нужно, и он должен тогда дышать тяжелее, сильнее. Когда мы смотрели на объем дыхательный 4,5 гарантированный, мы посмотрели, он немножко выше, чем тот, который мы пытаемся достичь. Мы также видели, когда вентилировали ребенка, что при объеме 3 CO2 тоже увеличилось. Почему? Потому что ребенок сильнее дышал. Некоторые дети могли компенсировать, если их легкие были сильнее. Но не каждый ребенок мог компенсировать. И таким образом технология такая, что вентилятор может корректировать и давление, но оно хорошо в соответствии с тем, какое давление вы выставили, какой объем, извините, вы выставили. И для того, чтобы вот произвести это автоматическое отключение от вентилятора, так сказать, то некоторые дети вот тут у нас страдали от этого. И то, что происходит, тот вот объем, который мы установили, слишком маленький. В этом случае цель была 3 мл на килограмм. И здесь 5 миллилитров, поэтому ребенку нужно было больше, чем 3 миллилитра на килограмм, для того, чтобы поддерживать метаболизм, поддерживать газообмен, и они больше, чем 5 миллилитров на килограмм производили. Опять-таки вентилятор это узнает и начинает сокращать объем. Вот здесь пиковое давление и значительный период появляется, когда механическое дыхание исчезает. Только когда ребенок устает, тогда опять вентилятор включается. Вот это может быть не очень хорошо для ребенка. Да, мы хотим вроде бы, чтобы быстрее сняли с вентиляторного режима ребенка. Но это может быть слишком быстро, и мы не хотим в эту крайность вдаваться. Вот мы посмотрели на все эти вещи и сравнили вот с гарантированным объемом 5 и с гарантированным объемом 3. Это было 30 детей, мерили в первую неделю жизни. И вот несмотря на гипотезы, дыхательный объем имеет более повышенные маркеры воспаление, чем здесь. То есть мы пытаемся поддерживать его так, чтобы было не слишком высоким, не слишком низким, потому что и то может быть очень опасным. Я хочу вам рассказать о преимуществах или недостатках вот этих методов. Контролируемый объем, это первый, который я описал, фактически он режим, который больше всего изучался, и вот два больших исследования в Великобритании проводили, и тут 50 и 109 детей больше, чем 150, и показали, что длительность вентиляции тут меньше, и тенденция есть к тому, что лучшие респираторные результаты получали. Опять-таки, это вентиляция с контролируемым объемом. Это тот стандартный режим, который мы используем в взрослых реанимациях. И в этих центрах они очень хорошо знают этот режим, очень
они эффективно PRVC, его использовали. PRVC – это контролируемый объем и установленное давление. Это в Польше проводилось исследование, вот этот режим работает только в assist контроле. Оно помогает каждому вздоху ребенка, и контрольный режим – это было обязательная вентиляция. То, что они увидели, что как, вот в этом режиме PRVC дети могут экстубироваться быстрее, чем при AMV. И очень интересные данные это, но мы фактически не знаем. Преимущество тут из-за того, что есть вот эта модальность, которая направлена на объем или это связано с тем, что это синхронизированная или не синхронизированная вентиляция. Может быть, и то, и то. Есть причины еще больше. Исследование показало противоположные результаты. Дети с PRVC по сравнению с синхронизированным AMV, их экстубировали позже, и у них были немножечко больше случаев БЛД, но тем не менее недавний анализ Кокрейн, не читайте, тут слишком много цифр, я хочу просто на это показать, что фактически, когда посмотрели на разные исследования разных режимов вентиляции, то получили в результате, что очень сильное влияние имеет длительность вентиляции. Эти дети, которые получали вентиляцию с нацеленную на объем, их экстубировали быстрее. Опять-таки, значит, результаты по смертности, про БХЛ, во всяком случае, справа мы тут видим результаты, и это показывает на пользу вентиляции, нацеленной на объем, с целевым объемом, но что я хочу сказать, если вот это нацеливание делается вручную, так это делалось в нашем первом исследовании, то вы можете получить более-менее то же самое сокращение пикового давления. Вы просто избегаете чрезмерных дыхательных объемов. И вот поэтому это причина, почему тут лучше ситуация со смертностью и с БЛХ. Вчера меня спрашивали о безопасности вентиляции с целевым объемом. Вы отдаете контроль вентиляции машине, и все это происходит автоматически. И всегда, конечно же, есть риск того, что что-нибудь пойдет неправильно. Эти вентиляторы безопасны, но они безопасны настолько, насколько безопасно устанавливает все пользователь. Это пример того, что может произойти, что, почему нужно использовать ограничение давления в этих вентиляторах. Слева, вы знаете, мы измеряем дыхательный объем в дыхательных путях, то есть вы понимаете, это то, что идет в респираторную систему, но вы не знаете, как это распределяется по легким и как это дальше поступает в разные другие отделы легких, и мы можем предположить, что распределение равно, если 5 мл проходит через эти дыхательные пути, 2,5 мл идет в каждую сторону. Давление тоже равномерно распределяется. Давайте предположим, что одна из сторон полностью или там какая-то проблема, там обструкция в дыхательных путях. И давайте предположим, что вот это такого типа вентиляция у нас тогда. Что тогда в этом случае происходит? Дыхательный объем 2,5, потому что у вас только одно легкое, так? И вы тоже давление подаете. И теперь, если вы предположите, что это одно легкое, если мы думаем, что это как
пол ребенка, а вы вот эти 2,5 идет половине ребенка, то это становится уже 5 миллилитрами на килограмм, потому что это только одна сторона легкого. Если же вы достигаете 2,5 миллилитров, вы думаете, это слишком мало, нужно это удвоить, то какая ваша первая реакция? Вы думаете, я должен увеличить пиковое давление. Вы увеличиваете давление от 20 до 40. И тогда вот эта сторона, она все еще не работает. 40 сантиметров водного столба поступает только на одну сторону. И вот раньше мы знаем, это распределялось по двум легким, а теперь это все идет в одно легкое только. 5 миллилитров на килограмм. Но если мы думаем, что это только половина ребенка, да, то фактически тогда это 10 миллилитров на килограмм на вот это легкое. И поэтому с вентиляцией с целевым объемом лимит пикового давления – самый главный параметр. Вентилятор коррегирует давление автоматически. И если мы хотим увеличить давление, я думаю, что это безопасно. Но если это... Будет ли безопасным повышать какой-то уровень автоматически, насколько мы можем повышать? Тут у нас должен быть контроль. И вы отвечаете за то, что вы устанавливаете этот лимит, эту границу. Если он не слишком высокий, то вентилятор вам просигнализирует и скажет, что объем слишком маленький. Вы можете разобраться и посмотреть, что же там на самом деле происходит, и дать вентилятору свободу повышать давление еще на какое-то там, да, но если у нас лимит 50 сантиметров воды, то может ли вентилятор повышать это давление настолько, потому что можем ли мы позволить вентилятору идти настолько, скажем так, высоко? И вот еще важный вопрос, это измерение дыхательного объема. И я вначале говорил, что если есть утечка инспираторная на вдохе, то объем, измеряемый на вдохе, может быть намного большим, чем в отсутствии утечки. И выдыхаемый объем более репрезентативен. В плане безопасности многие вентиляторы, они видят, что это слишком высокий показатель, и они автоматически прерывают цикл. То есть есть встроенные во многих вентиляторах вот такие лимиты границы, то есть 30%, 50%, процентов больше, например, целевого, и вы устанавливаете сами этот лимит, и тогда вентилятор дает отмену и укорачивает этот период. Поэтому, когда вы используете вентиляцию с целевым объемом, то есть вы должны учитывать, что если есть утечка вокруг эндотрахеальной трубки, то вы, наверное, инспираторное время слишком короткое. И, возможно, вентилятор пытается доставить давление, но поскольку выставлено короткое время, вентилятор не может доставить это давление. Поэтому очень важно все-таки следить за показателями вентилятора, что он измеряет как пиковое давление вместо того, что, собственно, он пытается доставить. Надо смотреть, что на самом деле он доставляет. И вы на графике должны сами смотреть, какой на самом деле пик доставляемый фактически. Экспериментально было очень интересно узнать, как... Что делать при, скажем так, при гипоксии, когда гипоксия возникает очень часто? Мы знаем, что эти дети, когда они активны, они продуцируют снижение ФОЦ, и дыхательный объем почти исчезает. Вот здесь вентилятор циклирует, это одна минута, а дыхательного объема здесь нет. А ребенок
пытается, у него мышцы живота работают, то есть он толкает, но именно вентиляции самой нету. То есть фоэ мы теряем. Далее ребенок, это уже сатурация внизу, тогда мы видим уже гипоксию у ребенка. Мы пытаемся использовать volume guarantee, целевой объем для того, чтобы быстрее восстановить ребенка и чтобы сократить время гипоксемии и снизить ее тяжесть. И вот мы подумали, что именно так будет работать в таком случае вентилятор, вот дыхательный объем, ну, нормальное дыхание. И здесь вы уже видите, насколько становится небольшим дыхательный объем в сравнении с предыдущим периодом. И вентилятор это видит, то есть идентифицирует, поднимает давление и уже потом восстанавливает это давление до исходного уровня. И мы провели исследование, мы посмотрели на volume guarantee 6 мл на килограмм в этом случае. У ребенка уже было хроническое заболевание легких, и мы заметили, что в данном случае, поскольку мы использовали вентилятор именно для этой цели, пиковое давление было выше, чем традиционно, дыхательный объем был тоже несколько выше. И в этом случае пропорция, соотношение дыхательных объемов, которые были слишком маленькие, да, 3 мл около на килограмм, вот мы видим меньше. Да? И избегая таких коротких периодов гипервентиляции, мы можем снизить пропорцию времени, когда эти дети имеют очень низкие уровни сатурации. То есть вентилятор не может предотвратить эпизоды, но он может сделать так, что эти эпизоды будут менее тяжелыми. И, конечно, частота эпизодов зависит от ребенка самого, от его состояния, потому что они в возбужденном состоянии могут быть и как бы противодействовать вентилятору. Но, тем не менее, мы можем сократить по времени и по тяжести эти эпизоды. И вот некоторые экспериментальные наши достижения, которые все-таки, мы думаем, в ближайшем будущем будут и в практике применяться, это возможность комбинировать, то есть корректировку пикового давления и с изменениями частоты вентилятора. То есть мы смотрим не только на дыхательный объем, но мы смотрим на то, какую вентиляцию получает ребенок в течение минуты. И цель все-таки, чтобы ребенок получал меньше механических дыхательных движений. И вот мы эксперименты проводили на кроликах, и когда животные дышали, вот частота, вот здесь частота вентилятора. Если животные дышали нормально, то вентилятору не нужно было обеспечивать дополнительно дыхание, то есть частота тут низкая, как вы видите, но если идет изменение, если у животного возникает апноэ, и также податливость, комплайенс легких меньше, тогда вентилятор повышает давление и повышает частоту одновременно, параллельно этому. И когда улучшается опять комплайенс легких, податливость снижается автоматически, снижается давление, и когда животное начинает дышать, восстанавливается дыхание, мы здесь видим, то тогда частота самого вентилятора тоже снижается постепенно. Поэтому такие корректировки, такие настройки, изменения частоты, скорости, они могут тоже применяться на практике у нас, потому что очень часто мы знаем, что дети могут сами дышать самопроизвольно, им нужна небольшая помощь, иногда нужно больше поддержки, больше дыхательного объема, давления и частоты. Клинически мы же не можем постоянно находиться круглые сутки возле детей, то есть это было бы хорошо, если бы такая функция могла бы частично выполняться вентилятором. И в заключение можем сказать, что вентиляция с целевым объемом может помогать нам снять ребенка с вентилятора.
Но нужно помнить, что низкий целевой объем может быть неадекватен для таких детей. Клинически можно сравнить с традиционным ведением детей, длительность вентиляции короче. Produces a better outcome of death or BPV. И не влияет на БЛД. So it's short compared to something. То есть короче в сравнении с другой, с традиционной вентиляцией, имеется в виду, если традиционное ведение не дает нам такого внимания к ребенку, то в этом случае, скажем, вентиляция с целевым объемом даст нам лучший контроль. Но если традиционная вентиляция адекватна, то тут в таких случаях все-таки преимущества целевого объема не будут такими выраженными. То есть мы должны обращать внимание на целевой объем и вручную, без вот такой автоматической функции. И мы можем подогревать, что вентиляция с целевым объемом, что, наверное, где-то 20 лет назад, если бы она появилась, то, наверное, у многих бы детей не было бы столько случаев травм легких. Но сейчас теперь все понимают, какие есть риски, связанные с инфляцией легких. То есть, конечно, это все нужно и полезно, но тем не менее, надо тоже понимать хорошо эту динамику. Может быть, есть разница между разными режимами вентиляции с целевым объемом, этого мы еще не знаем. Мы считаем, что она безопасна в том случае, если она адекватно, правильно используется. Это самый важный вопрос. Мы не знаем, какой дыхательный объем наиболее оптимальный, эффективный. Ну, по крайней мере, у нас есть возможность получить эту информацию теперь, и вот было бы интересно получить, какой самый оптимальный дыхательный объем для разных детей с разными типами заболеваний легких. На этом я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы меня выслушали. И если есть вопросы, пожалуйста. PRVC mode. ПРВЦ. Режим ПРВЦ. То есть, насколько я знаю, там идет объем выдыхания, а не вдоха. Возможно, может, там что-то поменяли, дыхательный объем, возможно. Уважаемый господин Клор, если я правильно поняла, концентрация провоспалительных цитокинов была выше в случае меньшего дыхательного объема гарантированного, да, там, где в группе 3 мл на килограмм. С чем тогда вы связываете признаки биотравмы, если не с дыхательным объемом? And this is a very, good question. Это хороший вопрос. Мы обычно думаем о биотравме, воспалении, и потому что мы имеем избыточный дыхательный объем. То есть, когда мы видим больше воспаления на фоне меньшего дыхательного объема, нужно подумать, какой же может быть возможный механизм лежать в основе. Если вы недостаточно вентилируете, например, у экспериментального животных, и у детей это было тоже, то есть там может произойти спадание, да, и потом идет коллапс, а потом повторного открытия, и такой цикл может быть очень разрушительным, потому что вот травма очень большая. Иногда нужно использовать больше давления уже в том случае, когда легкие коллапсированы, для того, чтобы держать их открытыми на уровне ФОЭ. Может быть, эти циклы спадаются, а потом повторно открываются. Может, именно из-за этого возникает воспаление. А спадание, коллапс, наверное, был из-за того, что вентиляция была неадекватной.